смотрит добрыми глазами, и сияя взгляда чистоты, наполняет небо голосами, украшает красками холсты. С самого начала объяснила нам, что душа дороже серебра. Наша школа самая любимая, колыбель искусства и добра. Ты даришь звуки, ты даришь краски, и оживают детские сказки. От классики до рок-н-ролла все дарит любимая школа. От классики до рок-н-ролла все дарит любимая школа. Высоки помыслы и чувства, и бегут твои ученики. Храм благословенного искусства, быстрой стайкой на перегонки. Эта дверь открытая для каждого, и покуда вертится земля, самое заветное и важное открывают нам учителя. Ты даришь звуки, ты даришь краски, и оживают детские сказки. От классики до рок-н-ролла все дарит любимая школа. От классики до рок-н-ролла все дарит любимая школа. Встреча первая со школой. На торжественной линейке первоклашки в ряд стоят. Вот беда, из букетов только носики торчат. Сегодня мы принимаем в нашу школьную семью 33 первоклассника. Ваши классные мамы Вахитова Вера Степановна и Шипунова Ольга Валентиновна. А теперь, первоклассники, вам слово. Говорю, мамочка моя, все уже по букварю, буквы знаю я. Он шагает, друг Артем, он несет букет. Таня бабушку ведет, а Максим отца. Ведь сегодня всех нас ждет школа у крыльца. Обещаю я учиться. Буду умным и веселым, делать добрые дела, чтобы родная школа как канала приняла. Поскорей звени звонок, мы тебя заждались, ведь на первый наш урок год мы собирались. Все домашние задания буду четко.
Каждый съест кусочек хлеба, чтобы чистым было небо, чтобы учеба шла легко, чтоб шагнули далеко. Хлеб один и много я, вы теперь одна семья. Вы не ссорьтесь, все дружите, трудности на всех делите, радость тоже пополам. И прислушайтесь к словам, тем, что скажем вам сейчас. В добрый путь и в добрый час! Сейчас громко хором крикнем. Хочу учиться на пятерке. Приготовились? Хором! Хочу учиться на пятерке! Как-то вы вяленько, вы что, не хотите учиться на пятерке? Еще раз. 3, 4. По традиции, 1 сентября во всех образовательных учреждениях проводится акция «Вместе за безопасность дорожного движения», чтобы вы, ребята, знали и соблюдали правила дорожного движения. Все нам бы не мешало, но основные из правил движения знать как таблицу должны умножения. Ребята, давайте повторим основные правила пешехода, а вы подтвердите, что вы их знаете. Кто из нас идет вперед, только там, где переход? Это я, все мои друзья. Громко себе повторяйте. Это я, все мои друзья. Кто из вас, идя домой, держит путь по мостовой? Дорогие наши гости, большая дружная семья, позвольте вручить пришедшие только что награды заслуженные. Награждается Шипунова Анастасия, занявшая 3-е место в муниципальном этапе республиканского детского и юношеского литературного конкурса номинации «Поэзия». Диплом призера Олимпиады Всероссийского проекта «Символы России. Великая Отечественная война. Подвиги фронта и тыла» вручается Шипуновой Анастасии. Грамотой награждается Ксенофонтов Станислав, занявший 1-е место в районном этапе Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского творчества. Награждается Васильева Мария за 1-е место в районном этапе Всероссийского героико-патриотического фестиваля. Награждается Михайлова Ульяна
занявший третье место в районном конкурсе историка патриотического конкурса «Звезда спасения». И Михайлова Ульяна награждается за первое место в муниципальном этапе республиканского конкурса литературного «В родном краю мне дышится легко» в номинации «Поэзия». Подать первый звонок предоставляется ученице первого класса Ксюше Черновой и ученице девятого класса Шумовой Варваре. Учащихся в классы на урок МИДРа и желаем успехов в учебе. Дорогие наши гости, дорогие учителя, первоклассники, обучающиеся 5-9 классов, спасибо за наш праздник. Все остальное мы можем сделать только своими руками. И первый шаг вы уже сделали. Я считаю, вы сделали первый шаг в самую лучшую школу Мариинско-Посадского района. Вперед, первоклассники! Вера Степановна, Ольга Валентиновна, первыми классами, первые! Добрый путь! Первый путь!